Я дико извиняюсь. Вы же актер. Вон. Только на премьер. Сериал про бандитов. У меня друган киносценарий написал. Которые снимают кино. Какое к дятлу кино? Про бандитов. Ух ты! Кино про бандитов. Это бомба. Оскар, не меньше. Сериал, в котором Дмитрий Нагиев не хочет играть в кино про бандитов. Я пас, без меня. Сериал, в котором Михаил Пореченков снимает кино про бандитов. Стоп! Снято! И в котором Наталья Бочкарева играет спутницу бандита. Легко. А можешь мне прямо по-честному сказать, а за что тебе такие бабки платят? Гоним! Назад! 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 Работа того всем нахуй! Почему не по сценарию опять работаем, а? Номер морга! Номер два! Ошибка, нам нужен четвертый. Уходим! Кино про бандитов. Это? Смотрите только в онлайн-кинотеатре «Премьер».